Саш, отметился сегодня очередным результативным действием. Как тебе это удается? Не знаю. Просто по игре, по ходу игры так получилось, что Алексей Мирончук очень хорошо пас отдал. Вовремя все. Ну, там уже по ситуации как-то, мне кажется, такие моменты происходят как-то автоматически. Подсознание просто. Ну, бежал Джефф, я ему отдал, он забил. Приятно уходить на перерыв с отрывом в 8 очков? Конечно, приятно. Очень приятно. Но это еще ни о чем не говорит. Еще 10 игр, поэтому надо об этом будет забыть уже как можно быстрее. А сегодня была жеребьевка следующей стадии Лиги Европы. Нам выпала Ницца. Что знаешь об этой команде и что думаешь о нашем матче с ними? Ну, я думаю, хорошая команда. Особо не слежу за чемпионом Франции. Но знаю, что есть хорошие футболисты там. Поэтому, думаю, будет просто хорошая, интересная дуэль. В принципе, все, наверное. Сейчас отдыхай, да? Все. Ну, естественно, конечно, в отпуск.